Ним до последнего момента. Она сейчас будет исполнять свою произвольную. Бронзовый призер чемпионата Китая. У нее, видите, лучший результат в сезоне 100. Ну и особых надежд на то, что так вот сразу его можно перебить, пока что нет. Но китайская спортсменка растет с каждым годом. И она, кстати, выглядит предпочтительнее, чем вот молодой человек в юниорском финале. Ну что же, очень даже неплохо откаталась Зиджун Ли, китайская спортсменка, которую сейчас всячески приветствуют местные болельщики и радостно хихикают и радуются, когда большие игрушки падают на лед в приветственной манере. Не в первый раз мы замечаем, это было когда-то раньше у японских фигуристок, сейчас это есть у китайских фигуристок, когда они в Kiss and Cry Corner и на поклонах выглядят гораздо более живыми и естественными и по осанке, и по эмоциям, чем они выглядят, когда они катаются, потому что во время катания наступает некий зажим, который
с которым нужно бороться самыми жесточайшими способами. Все, отпрыгала чисто китайская спортсменка, начала с луца, затем сделала аксель с тройным тулупом и недокрутик там не такой уж и большой. Потом сделала флип с двумя двойными тулупами. Очень красивый заклон был у спортсменки. Потом прыгнула ридбергер, флип, еще отлично повращалась. Еще один ридбергер с двойным тулупом и сальхов. Тоже, конечно, не самые высокие прыжки. Тут вот был недокрут. Она не так четко приземлилась на третьем уже прыжке. Видите, и здесь недокруты тоже могут поставить судьи. Это все технические специалисты. Ей специальную галочку в протоколе, которая, из-за которой она потеряет определенное количество баллов. Но... тем не менее, все у нее есть. Это ее тренеры, довольно-таки известный фигурист Зижун Ли и переехавшая из Соединенных Штатов Америки обратно в Китай Минджу Ли. И вот эти три Ли сейчас находятся в Кисанкрай Конор, ждут оценок для китаянки. Может быть, они будут и невысокими из-за этих недокрутов, но в любом случае один в один ее оценка, которую она получала на предыдущих соревнованиях. Потом мы посмотрим по протоколам, что засчитали, что не засчитали. Может быть, на что-то, на эти, как их называют Татьяна Анатольевна Тарасова, чирики, глаза и закрыли, раз уж куда сидеть, раз уж все равно